Поликлиника оснащена всеми необходимыми специалистами. Хирурги, терапевты, окулисты, лор-врачи, гинекологи, дерматологи, гастроэнтерологи. В общем, здесь у нас кадровых сложностей, проблем нет. Имеем всех специалистов. Достаточно оперативно работают бригада. Помимо того, что работает оперативно, я уже последние годы начал немножко разбираться в строительстве, поэтому могу дать оценку и качеству работы. Так что в этом плане пока нас все устраивает. Начало работ датировано от 20 июня всего года. В принципе, если будем идти такими же темпами, я думаю, в уложенные сроки мы справляемся. Необходимость ремонта была вызвана тем, что уже 60 лет военный госпиталь. Ни капитальный ремонт, ни какой-то частичный локальный ремонт в этом здании не проводился. Да, работать в таких условиях предоставлялось крайне тяжелым же. Ремонт капитальный, поэтому виды все необходимы, вплоть до того, что отбивалось все до конца, и все по новой возводится. Это замена электрики, замена сантехники, система водоснабжения, система водоотведения. Все меры безопасности, все санэпиднормы, все при ремонте, все учтено у нас. В оказании помощи медицинской не отказываем никому. Помимо военнослужащих, у нас обращаются жители района, жители столицы, жители других городов. То есть здесь у нас каких-то ограничений определенных нет.